Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Ну что, для начала заберем все наши ресурсы, которые у нас тут есть. Так, Беззубик, ты что мне здесь принес? 51 тысячу рыбы. Отлично, спасибо тебе большое. Так, давай посмотрим, что у нас тут происходит. Ага, уровень получил. Этот около 6 тысяч рыбы притащил мне. Этот получает тоже у меня уровень. Размягчитель. И все, что ли? Так, а сколько у меня вообще? 118 тысяч рыбы. Так, кого-то я хотел прокачать. Надо вспоминать, кого. Водореза, по-моему, да? Или у меня есть кто-то получше? Погоди-ка, древоруб. Точно, древоруб. В плане. Ничего себе ты прожорливый. Сколько тебе нужно рыбы для того, чтобы хотя бы чуть-чуть прокачать? Блин, жестко. Хватит? Вроде бы хватит, да? Еще на один разочек капнуть его. Блин, еще нужно. Офигеть, 63 тысячи рыбы. Слушай, их нужно срочно отправлять всех за рыбой. Особенно тех, кто больше всего может добыть ее. Так, ну тебя за древесиной отправим. Ты сколько тут у нас? 15 тысяч, маловато. Так, шепот. Ты тоже по древесине у нас в основном, да? Специализируешься. Костяшка. Давай, лети за драконом. Ой, за драконом, за рыбой. Так, принцесса, ты у нас только древесину можешь, да, добывать? Давай, тебя за рыбой. Нам очень много нужно рыбы. Этого за рыбой отправим. Так, что у нас тут? Вот этого. Это уже четверо, да, у нас пошли за рыбой. И последнего. Вот тебя. Все, остальных ребят бросаем на древесину. То есть, кто у нас там? По древесине громылька. Пускай летит. Шепот смерти. Древоруб. И... Так, и пойдет у меня... Так, водорез. По-моему, все, больше никого я отправить не могу. Заберем... Пак. В первую очередь надо это делать. Бесплатный. Смотрим, что нам здесь выпадет. Монета Одина. А здесь крылатый ужас. Ага, душитель. Ужасное чудовище. И пошли ресурсы. Ух ты, 25 рун дали. Спасибо большое. Ну что, надо еще один пак брать. Монеты Одина. И здесь ресурсы. Ух ты, эпические нужны. Так, две руны. И опять эпические нужны. Окей. Так, теперь посмотрим, что мы с тобой успели здесь выполнить. Ежедневный вход забираем. Это тоже мы с тобой забираем. Так, получить еду в виде рыбы. Так, тут древесину. Обучить трех драконов. Использовать ускорение. Так, победить драконов. Отправить в приключения. Кстати, да, насчет приключений. Где у нас наши... Дракуши. Так, Громгильда, давай посмотрим, что у тебя. Хотя это не Громгильда. Так, ладно. Ты продолжай у нас дальше путешествовать. А вот теперь Громгильда. Хотя написано злобный змеевик. А ну-ка, что у тебя там? Да не хочу я покупать уникальный для нее этот скин. Зачем он мне нужен? Ну, что ты тут у нас достал? Естественно, в руны все это дело переходит. Так, ночные жути. Да, лети именно сюда. Все, пускай они там дальше путешествуют у нас. А здесь можно, кстати, задание какое-то у нас. Наездники. Опять обманывают, да? Ничего у нас здесь такого нету, они меня все... Может быть, то, что у нас вот это вот за видеорекламу можно посмотреть. Но мне, честно говоря, сейчас неохота. Давай, наверное, сделаем с тобой обороночку. Пока у нас с тобой, как говорится, Беззубик с нами. Так, возьмем этого и вот этого. Че, к бою. Я думаю, сейчас мы здесь втроем быстренько всех победим. Твою ж налево, сколько врагов-то. Многовато будет как-то. Начнем где-то отсюда с краю, да, чтобы не лезть, как говорится, в лоб. Давай, давай, дракоша, быстрее. И начинаем вот эти вот мелкие уничтожать с тобой.
кораблики. Давай, я не могу понять, что ты не стреляешь-то. Окей. Так, еще мелкий вот тут остался. Так, подожди-ка, ничего себе тут разгром они делают, посмотри. Хотя мы, скорее всего, сможем уничтожить. Успеем, да? Так, мелкий этот уничтожить. Давай вот этот корабль. Ну, беззубик, молодец, справился. Так, остается всего лишь один корабль. Блин, у меня не хватает энергии. Ну, беззубик, конечно, справится, но мы потеряем с тобой ключ. Ладно, нам это не важно. Главное, чтобы у нас было выполнено это задание. То, что мы ключик с тобой один профукаем, это не столь опасно. Потому что все равно здесь призы не очень идут. Отлично. Ну что ж, подбили мы с тобой флагманский корабль. Соответственно, мы отбились. И открываем два сундука. Ну, особой награды здесь, конечно, ждать не стоит. Потому что там все равно какую-то ерунду подсовывают. Типа 400 еды в виде рыбы или 400 бревен. Либо какую-нибудь там шестереночку тебе могут подкинуть. Ну, в общем, такой, знаешь, утешительный приз. Ну все, 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 хватит, давай. Я защитил олух. Заберите свои награды. Ну вот, видишь, 450 рыбы и шестеренки. Я тебе об этом и говорил. А кто-нибудь вообще понимает, что задумал Элвин? Почему он продолжает совершать эти налеты? Разве это не очевидно? Он обожает сражаться, крушить все вокруг и получать добычу. О, а еще он любит смотреть, как тонут корабли. Признаться, зрелище и впрямь захватывающее. Нет, Астрид задает неправильный вопрос. Элвин вероломный и умный. У него всегда есть козырь в рукаве. Он не так прост, как может показаться. Я здесь соглашусь, он не так прост. Ну что, Беззубик, теперь пора тебе, наверное, куда-нибудь слетать. И полетишь у меня за громококтем. Ребят, сколько вот раз я его отправляю? Даже намека нету на то, что он тебе когда-нибудь принесет редкое яйцо дракона. Ну что, у нас с тобой сегодня будет опять же арена. Как всегда. Грабель. Так, шепот смерти, ужасное чудовище, водорез. И все, да, получается. Ну, давай следующий пак с тобой на открытие поставим. Мы с тобой точно здесь все сделали? Что у нас там по событиям? Давай-ка глянем. Угроза. Опять ранний доступ. Понятно, меня сюда не впустят. Ни за какие ковришки. А здесь, наверное, тоже, да, будет? Хотя, подожди-ка, свирепый против... А, стремительный против свирепых. Слушай, сюда меня впустили, но... Мы же здесь, по-моему, с тобой, да, пройти не смогли? Так, разряд. А если я поменяю? Если вместо, например, Вострозуба возьму себе... Так, Громгильда 10 уровня. Ну, а если, предположим, где у меня? Мой старый пожилой дракон. Вот он. Снарядить его вот так. Как ты думаешь? Или вообще взять Громгильду? Нет, хочу попробовать вот таким пока образом поиграть. Нет, все-таки Громгильду, наверное, надо снарядить. Или не надо? Эх, не знаю, хочется и колется. Ну что, попробуем? Сложно, я даже не могу 1000 янтаря получить. Эх, была не была. Сколько тут у нас в первом бою будет поединков? 6? 3, 2, ну-ка покажите мне, пожалуйста. Ага, 2 поединка, да, должно быть, точно. Ну что, поначалу все изи. Ух ты, смотри-ка, в первый раз вижу громельку зеленого. Ну, может быть, это, конечно, и не громелька. Может быть, это... Как его там звать-то? Сарделька. Фиг его знает. На тебе. Так, я буду блочить, наверное, вон того, скорее всего. Окей, чтобы он там не придумал, да, какие-нибудь супер-пупер свои атаки. Он так кусается сильно. Давай, наверное, его и добьем. Кто же ты такой, а? Зелененький. Крокодильчик ты наш. Так, укусили. И, скорее всего, будем, наверное, добивать. Нормуль. Так, у него, ребята, полностью шкала. Сейчас будет какая-нибудь супер-атака применяться. Нет, ничего не применил. Просто обычный выстрел сделал. Хорошо, мы тогда его... Ну все,
Здесь первую волну прошли. Давай-ка посмотрим, что у нас на второй. Ага, здесь вот этот вот опасненький чувачок. Заблучили. Куснем. Так, что ты будешь делать? Ну, просто кусать он будет. У него больше нет выбора. Так, а этот у нас что делает? Ага, огненный. Стреляется огнем, да? Я тебя, парень, понял. Так, водорез, не подведи. Отлично. Так, а у него еще есть усиленная атака. Усиленная атака, это плохо. Так, нам бы его как-то, я не знаю, заблочить, наверное. А что я заблочу, если он будет просто атакой делать обычно, да? Но повышенный. Хотя, ребят, мы здесь с вами выиграли. Он один остался, все, мы его сейчас тыч, готов. Ну что, получаем мы с собой 1000 янтаря или же нет? Ага, мы можем крутить колесо. Дайте что-нибудь путевое, только не ресурсы. Вот, вот, давай, вот. Твою же налево, блин. Ребят, ну там немножко оставалось, чтобы, да? Переключиться на пак и фиг тебе. Ладно. Давай заберем с тобой 1000 янтаря. И у нас с тобой будет еще один пак. Потом 500 листьев. Ну, я не знаю, сколько мы здесь с тобой протянем, сколько пройдем. Наверное, пока у нас не закончится энергия. Ну что, шитики, готовы? Вот я лично очень сильно готов. И начнем, наверное, вот с этого. Водолез, конечно, очень плохо у нас атакует именно красных, я смотрю. Окей, а зеленый и зеленый. Кстати, фиолетовый и зеленый очень плохо наносят урон именно красным. По-моему, тут надо брать стремительных. Это именно синих. Мне кажется, они будут... Ну, посмотрим, если даже по шкале. Покажите мне, пожалуйста. Блин, не хотя... А, вот, смотри. Красные, да, ребята? Синие очень хорошо бомбят. Ну, также и красные их тоже неплохо бомбят. Так. Слушай, а если взять Грамгильду 10 уровня? Это же будет круто, да? Она будет их разбирать, по идее. Промахнулись. Бумс. А ну-ка, давай сюда, укусик. Так, сюда бомбанем. Ну, давай попробуем опять. В немоту его. Есть контакт. Так, начинает выпендриваться. Ну что, последний укусик. И переходим на вторую волну с тобой. Кто тут у нас? Опачки. Ух ты. Похож чем-то на Скалатриаса, но почему-то он синий. Ну, я не знаю. Давай попробуем, наверное, его все-таки вначале разобрать. Как будто действительно скалотряс. Это он и есть, но почему-то он синий. Может, скин такой? Ох ты, как больно бьет. На тебе. Так, давай еще раз. Наверное, ему крышка пришла. Ага, мы его подбили. А этот у нас с усиленной атакой идет. Да что ж ты докопался-то, а? До ветрокрыла, а? Объясни-ка мне. Все, он тебе покоя не дает, а? Ты его хочешь уничтожить мне? Получи. Укус. Он все-таки добьет, наверное, мне кажется. А, вот куда ты бьешь. Ха. Ну, бас, на тогда. Ну вот, мы здесь с тобой победили. Так, и наверняка будем сейчас крутить. Так, крутите колесо. Ну, хоть раз, ну... Блин, опять, на... ну, вот то рыба, то бревна. То рыба, то бревна. Вот как специально, а? Ну, дайте мне пак. Дайте мне вот этот вот пак, пожалуйста. Ага, отправленные на почту. Так, ну что, я, друзья мои, все-таки, наверное, попробую поменять. Наверное, ветрокрыло я поменяю на Грамгильду. Так, снарядить. Вот так вот, я просто хочу посмотреть, как это вообще будет выглядеть у нас. Там потом, потому что, смотри, уже предбоссики пойдут маленькие. И в конце уже там самый главный босс. Ого. Нифига, вот это в первый раз вижу. Обалденно смотрится чувак, да, такой. С кристаллами все дела. Ну-ка. Так, выстрел. Ага. Ну да, он похож опять на скалотряса. Может быть, это он и есть, просто у него, как тебе сказать, определенный скин.
Да? Я думаю, что здесь можно скины менять. Ах ты, что делаешь? Ну-ка, добьем. Нормул. А этот усиленную атаку себе сделал. Опасный становится он. Мне нельзя терять в первом бою ни одного дракона. Потому что есть еще второй бой. Ну что там придумал? Ах, ты смотри, как сильно кусает. Но мы его уничтожаем. Хорошо. Так, последняя волна. Ё-моё. Блин, я даже не знаю. Давай, наверное, с этого начнем. Слушай, их тут трое. Блин, и они все сильные. Сейчас убьют Громгильду, конечно, мне. Чую, уничтожат сейчас ее. Ай-яй-яй-яй-яй, как же это было подленько сделано, а? Ну что же, нам нужно с тобой уничтожать. Хотя, подожди, мы можем, наверное, вот так вот. Окей. Блин, усиленная атака. Надо этого теперь как-то разбирать. Водорез, главное, не падай. Сейчас он как звезданет. Смотри, а. Очень сильно. И опять же себе повышает атаку. То есть то, что я вот здесь в немоту, ребят, пускаю, это ровным счетом ничего не дает нам. Хорошо, что он сюда бомбанул. Ну, живем, друзья мои, пока живем с вами. Так, мы его можем? Блин, нет. Только если так. Есть. Ну и остается... Да иди ты! Все, потеряли мы, по-моему, с тобой. Угу. А вот теперь, смотри, получается что? У него усиленная атака, как ты видишь. И он сейчас будет просто меня кусать. И очень некисло. То есть, если я успею прожить следующий ход, то, возможно, сможем победить. А если не выживем, ну, не сможем. Упс. Придется, ребята, вот так вот делать. Придется делать так. Только бы не промахнулся. Только бы не промахнулся. Есть. Ой, ребят, не знаю даже. Громгильда что-то она как-то здесь не особо хорошо себе проявила. Так, давай опять крутить и смотреть. Да я даже не удивлен сейчас вот рыбу, как всегда. Спасибо большое за ваше поздравление. Я больше уверен, что вот если бы у тебя был бы премиум аккаунт, да, ты бы получал бы здесь плюшки. А так фиг тебе. Так, ну что, забираем с тобой листья. 500 штук. Ну и переходим, типа, к мини-боссикам. Наверное, придется мне все-таки либо водореза убирать, либо Громгильду. Вот кого тут убрать, как думаешь, лучше? Или заменить? Может быть, вернем Сардельку? В отряд, а? Давай Сардельку вернем. Вот так вот сделаем с тобой. А так, конечно, не спорю, сардельки не очень хорошие. Но если мы с тобой сделаем, например, вот так. Вот так вот, да? Будет, наверное, получше. Но у него, понимаешь, у него атака сама по себе слабая. Он может только лишь бомбить массовыми атаками. Очень круто. Ладно. Пока мы с тобой не попробуем, фиг чего поймем. Сколько сейчас будет волн? Наверное, 3, мне кажется, да? 3 волны. По 3... дракона. А нет, 2 волны. Но все равно будет очень сложно. Причем я потратил уже, как говорится, накопление энергии. Накопление энергии. Начнем с этого тогда. А почему эта сарделька у меня, блин, в конце? Она же всегда стояла впереди у меня. Что-то непорядок какой-то, если честно. Смотри, что творит, а. Ты смотри, что вытворяет. Ой, как за сардельку-то взялись, а? Еще и этот лезет, а? Из-под тишка. Блин, давай, наверное, добьем. Мы массовую атаку успеем сделать с тобой? Успеем. Давай-ка их в сон. Вот так вот. Да я даже не знаю. Давай вот так попробуем, наверное, с тобой. Я боюсь, мы с тобой потеряем сейчас сардельку нашу. Этот ханорик сейчас проснется, да и добьет мне. Воу-воу-воу-воу. Прощай, сарделька. Мы будем тебя помнить как великого воина. Это я уже, ребят, заранее сделал, чтобы как только этот очнется, будет промахиваться. А мы смогли его спокойно здесь бомбануть.
Давай, что-то там, слепота. Понятно. Кусаем. Хиляться мы, наверное, с тобой не будем, пока не стоит этого делать. Ну давай, давай, что бы там ни делал, все равно будешь промахиваться. Сможем добить? Да это серьезно, что ли? Ну, придется, ребят, так делать, чтобы уничтожить его. Последняя волна. Так, какие тут уровни? 9-й, 10-й. Ё-моё. Ну как так-то, а? Надо копить энергию в сонах, если мы успеем. Опять же, если мы успеем с тобой. Вот что они вытворяют, а? Ну, естественно, будут мне ветрокрыло уничтожать. Конечно же, кого им еще трогать, а? Ветрокрыло, естественно. А этот у меня здесь один вообще ничего не сделает. О, все. Все, друзья, приплыли. Трындец. Очень быстро расписали они тут втроем, конечно, меня. Красный, красный погиб. Все, ребята, на этой песенке спета моя. У меня есть энергия, чтобы переиграть? Или возможность какая-нибудь? Так, давай-ка мы с тобой посмотрим. Если я, например, уберу... Да, у меня еще есть одна энергия. Так, давай-ка попробуем, знаешь, что сделать с тобой? Сейчас, подожди секунду. Возьмем Громгильду с тобой. Возьмем Громгильду, поставим ее вместо сардельки. Так, этого убрать надо, да? Хотя он сам по себе хорош, на самом деле. У него очень сильный укус. Наверное, я его оставлю. Вот так вот попробуем. Ну, блин, ветрокрыл. Да, я не спорю, массовый сон, все дела, но, блин, слабый он. Он слабый. Громобоя брать. Ладно, давай. Последняя попытка у нас с тобой, последний шанс. Не знаю, как тут получится. Ну, постараемся. Они очень сильно все бомбят, очень сильно. Как ни крутись, да, нам все равно отхватить придется. Причем каждый из них. Если бы у меня был бы дракон, который понижает атаку. А может быть, у меня такое есть, просто я не знаю. Что они начинают, да, сразу же бомбить. Тысяча происходит. Нет, слабо бомбит. Вот одиночные атаки у него слабые. Сейчас будут расписывать мне этого, да? Быстрее как-то нужно уничтожить. Вот все из-за него, ребята. Так, нам нужно, знаешь, что сделать с тобой? Наверное, если что, потратить гружу и восстановить здоровье. Да-да-да, если успеем. По-моему, не успели. Вот тебе и все, ребята, расклады. Нас уже двое. О, так мы еще и промахнулись. Ну, вообще идеально. Трындец, короче. Что я тебе могу сказать по этому поводу? Просто промахи. Да. Ну и что ты делаешь? Защиту дополнительную. Нет, Громгильда в этом деле. Или как ее еще можно назвать? Змеевик. Здесь вообще не алло. Фигня на постном масле. Кто-то может сказать: Рэй, а что ты не применяешь лечение? Ребята, а смысл от него? Я восстановлю по 200 хп, а у них удар по 300 с лишним. Так что сама по себе команда у нас неподходящая. Сейчас ее распишут здесь. Даже грушу я не буду тратить, потому что, ну, нет смысла. Ух, электричеством жарил. Тут только один вариант. Естественно, прокачивать своих драконов, делать их сильнее, и после этого, может быть, еще как-то можно пройти будет. Ну что, энергия у меня закончилась. Соответственно, я сюда уже не смогу попасть на эти бои. Так, рыбы у нас хватает. Кому я там прокачал уровень? Древорубу, верно? Так, вернись. Вернись. Отлично. Так, ну что, пускай, наверное, идет. Обучается, да? Лети, блин. А, ну там академию нужно улучшить до 6 уровня. Так, смотрим, сколько нам еще нужно с тобой. Еще одного дракона. Так, кто у нас ближе всех? Водорез. Водорез. Так, возвращаем его.
Придется, наверное, его прокачивать. Блин, 62 тысячи еды нужно. А эти уже стоят. Непонятно почему, но они уже стоят тут и отдыхают, понимаешь ли. Ладно, придется подождать, когда мы с тобой накопим нужных клево. 10 тысяч. Так, вернем его и отправим заново. 62 тысячи, да, нужно? Так, один раз можем... Опачки. Блин, дорого, конечно, обходится. Лучше, мне кажется, брать каких-то слабеньких драконов. Самых-самых начальных, да? И вот их прокачивать. Они меньше обходятся по затратам. Ты, вот, молодец. Иди дальше ищи. А ты что отдыхаешь? Иди ищи, я тебе говорю. Ну что, мы с тобой давай здесь, наверное, получим листики. За листочками что с тобой вообще можем приобрести, а? Ну-ка давай посмотрим. У нас с тобой листьев-то, наверное, 1895. Итого. Можно было бы взять этого, но он у меня есть. Шелкопряд, редкий. Остается копить только, наверное, нам вот на этого, да? Румпус. Это дракон из класса ищеек. Лучший следопыт олуха. Однако, если речь идет не о куске пирога, то она предпочтет уютно свернуться на коленях у викинга, а не отправиться на охоту. Так, беззаботный гром коготь, сама сосредоточенность, когда дело касается сражения с врагами на поле боя. То есть это ищейка. Слушай, ищейки мне нужны на самом деле. Я бы не отказался. Так, давай здесь заберем свои награды. 28, ага, не могу. Янтарь. Тыщенку забираем с тобой. И там у нас еще пак. Так, давай посмотрим. Что, только ресурсы, что ли, здесь будут? А, нет. Шепот смерти, душитель, сарделька. И ресурсы пошли. Ну, неплохо. Так, что у нас тут по заданиям? Давай посмотрим. Что там надо было сделать? Ха, дракон возвращается. Я знал, что волноваться незачем. Ну, спасибо большое. О, сарделька, больше не улетает меня так. Что у тебя, девочка? Гронк. Это просто камень. Твой дракон такой странный. Это не просто камень. Это же вулканическая порода. Нам нужно найти Икинга. И как можно скорее. А зачем вам нужно найти Икинга? Разве ты не понимаешь? Нам не нужен Икинг, чтобы справиться с какой-то незначительной проблемой. Но эта проблема может стать очень серьезной. Куда же запропастился Икинг? Когда он так нужен? Значит, вы, ребята, не можете справиться с обучением своих драконов. Не могу поверить, что ты обратился за помощью к ней. Так, эти ребята думают, что все знают. Повысьте уровень каждого из 10 драконов на 1. Что-то я не понял. Не врубился. Мне просто нужно каждого дракона повысить по одному уровню. Чтобы так вот получается. Ладно, предположим. Ну что, отправляемся с тобой тогда на арену. Будем здесь бомбить. И повышаться, может быть, даже сегодня. Ну, не может быть, а 6 тысяч кубков-то мы в любом случае получим с тобой. Так, подожди. Давай поменяем. Я хочу взять сюда кривоклык. Кривоклык, да, вот такие. Подожди. А вместо водореза я возьму все-таки сардельку. Вот так мы сделаем с тобой. Вернемся, так сказать, к нашей старой пачке, которую мы с тобой любили играть. И тем более тут 8-9 разряды. Как раз нам подстать они будут. Ну что, приступим потихоньку. Начну, наверное, вот с этого, с громозеки. Да, начнем с громозеки. Так, замечательно. Ну что ты там опять воспрял? Как же меня бесит, когда они самые первые ходят, и причем по несколько раз. Вот это вот просто раздражает меня. Инициатива, ребята. Все, опять же, дело в инициативе. Ну что ты там? Суперудар хочешь сделать какой-то? Ха, уклонение, ребят, сработало. Отлично. Ну, и куда ты лезешь? Все лезут на сардельку, а? Ты посмотри. Вот она не дает им покоя, моя сарделечка. Давай вот так тогда делать. Ветрокрыл. Не промахнись. Нормуль. И разбираться будем вот с этим шитиком.
Ну что, ой, он сейчас сделает суперудар. Да, друзья мои, он не упустил такую возможность и выпускает свои водяные струи. А мы должны его сейчас уничтожить. Попытаться. Да что ты опять ходишь, а? Извини меня, но это уже вообще перебор. Промашки за промашками идут. Ну как так-то, а? Ну вот объясни мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Совсем, друзья мои, все тоскливо. Совсем все тоскливо. Уничтожить, да? Ну, естественно. И плюс еще усиленная атака. И еще раз ходит. Но это уже все, ребят. Это уже трындец. Ну и что? Ну я его в сон вгоню. И что мне это даст? Да ничего. Я еще и промахнулся. Все, крышка. Ну вот как вот здесь вот, ребята, играть, а? Если уже игра против тебя идет. В наглую просто. Ты сам видел, одни промахи. Даже суператаками промахиваемся. Давай менять. Менять колоду, я не знаю. Хочу знать. Вот хотел бы, конечно, взять древоруба. Но ему бы уровень подкачать. Было бы вообще все шикарно. И было бы все шикарно. Возьмем, наверное, с тобой громобоя. Поставлю его вместо ветрокрыла. И хочу взять сардельку, наверное, не стоит. Давай попробуем Грамгильду взять. Вот так. Опять же, экспериментальный бой. Смотрим. Восьмой разряд, восьмой. И там, по-моему, тоже восьмой. Здесь, я думаю, должны мы справиться. Так. Атака усиленно идет по этому. Смотри, что начинает тут выпендриваться, а? Давай-ка, наверное, с этого начнем, потому что я знаю, что он бафает. Как только накопит энергию, начнет баф свой массовый делать на усиление. Там усиление атаки и усиление защиты у него идет. Промахнулся. Так, блочим. Чтобы ничего он тут не делал. Давай, сарделька, уничтожаем, да? Уже хорошо. Так, продолжаем этого бомбить пристеголова. Ну, конечно, огнем. Ага. Немота плюс замедление, да, сделал. Так, а если мы вот так вот. Блин, укус слабый. Да еще и промахнулись. Ну вот что это нам дает? Ну, тратишь столько энергии. Да. Беспонтовый скилл, на самом деле. Самый беспонтовый скилл. Это вот у Грамгильды. Нет. Для отряда эта птичка нам не годится. Будем ее менять. Так, тихо, тихо. Что вы тут задумали? Стоят такие, переглядываются друг на друга. Пристеголова мы с тобой уничтожили. Давай так сделаем. Драконы, команда. Так, обмен эффектами. Это как, вот так вот получается, да? Обмен эффектами. Или что вообще он делает? Что за обмен эффектами? Вот объясни мне. Сделаем с тобой вот так вот. Ага. Стреляем. Глушим. И не добиваем. Пока еще не добиваем. А вот теперь. Да чтоб тебя. Не, Грамгильда, эта птичка мне не нравится. Я ее убираю из своей команды. Бесполезные какие-то скиллы. Да и сама по себе она бесполезная. Ну, победа есть победа. Так, нам нужно победить с тобой еще 5 драконов. Давай опять же с тобой будем экспериментировать. Возьму скалотряса чемпиона. И возьму... Слушай, я могу его прокачать или нет? Улучшить. А, вот, вострозуб у меня же есть еще. Я могу вострозуба взять вот как раз вместо Грамгильды. Вместо бесявой. Ну что, попробуем? Да, все ячейки заняты, я понял. Это меня нисколечко не пугает. 9, 9 и 8 разряд у противника. Ну что, начнем, наверное, вот с этого, да? Начнем. Начинает он всегда.
На тебе. Уклонение. Да почему же моя такая команда-то все никак не попадет, а? Что с ней не так, а? Ну объясните мне, пожалуйста. Ты посмотри, а? Что вытворяет. Я просто в шоке. Я понимаю, что он уворотливый дракон, но не настолько, чтобы вообще по нему не попадать. Давай его хотя бы застанем, что ли. Надо же, попали. Я уже был готов к тому, что мы промахнемся. Этот, как всегда, усиливает атаку себе, а? Давай хотя бы одного-то распишем, а? Хотя бы одного. Есть. Так, вот с этого нужно теперь начинать. Опа, по-моему, кому-то сейчас лишимся. Кого-то лишимся. А если я сделаю вот так? Давай, давай, скалотряс. Неплохо. Слушай, а мы можем его разобрать, кстати, я тебе скажу. Удвоение энергии. Если все очень хорошо получится. Громгильда. Точнее, блин, Сарделька, конечно же. Уже это Громгильда в голове. Так, сейчас будет массовая атака. Нет. Странно, я думал, что он бомбанет, но не стал. И, кстати, зря, потому что сейчас мы, наверное, уничтожим этого пристеголова. Он пока встанет. Раз, два. Но он успеет. А, нет, он не успеет. Я думал, сейчас добьет мне скалотряса. Слушай, но сейчас неплохо было сыграно. Так, и получаем с тобой 30 кубков. Совсем немножко осталось. Ну что, остается еще двух драконов бомбануть. Я пока ничего не буду менять. Ребята, меня, в принципе, устраивает такая команда на данный момент. Не устраивает меня вражеские разряды. Восьмые, девятые. Ну, куда это годится, а? Блин, вот этот опять. Громобой. Два пристеголова у него? Хм-хм. А что это он так вдруг решил? Интересно. Ну, давай попробуем. Попробуем разобраться. Так, сейчас ходит вот этот громобой. Потом два пристеголова. После них буду уже ходить я. Ай-яй-яй. Что же вы делаете, ироды? Двойная атака у этого, да? Ну, я буду громобой все-таки разбирать. Как я изначально и хотел. Так, а теперь станем. Вот это имеет двойную атаку, да? На тебе. Этот пускай свои фаерболы тут разбрасывает. Угу. Да как так-то, блин? Зря я, наверное, сделал так. Хотя, подожди, ударчик мы успеем нанести один. Перед кончиной нашего, как говорится, дракона, да? Да, все-таки добили. Нет, парень, здесь ты не выпендривайся. Окей. Ну все, этого пристеголового мы с тобой возьмем. Так, он сделает... Он бы мог сделать массовую атаку, но почему-то не стал. Ну-ка, если мы вот так вот, например, сможем его пробить? Ой, какой укус, я хотел вот это сделать. Ладно. Не хочет так, будем по-другому делать. Так, победа за нами, 30 кубков. Мы, кстати, получаем с тобой 6000 кубков уже. Остается 2000, и мы с тобой перейдем на пятую арену. Ну что же, вот и пак вождя. Давай посмотрим. Шепот смерти, он всегда выпадает мне. Громобой. Так, кривит и водорез. Сарделька. Блин, еще одну. И мы сможем прокачать. Ну что тут думать. Конечно же, очередной бой. Пойдем с тобой за последним паком вождя. Так, я не увидел, какие там разряды были. Ох ты, ветрокрыл. Громель. Ну, начнем с кого? С ветрокрыла, я думаю, да? Да, я думаю, надо начинать с него, потому что массовая атака не за горами. Хоть это от 10 уровня, но мне кажется, он слабенький. Мне кажется, я не знаю, что он делает. Он довольно редко попадается мне в боях, так что судить о нем я не могу. Ага, а мы с тобой усилим команду нашу. Да что ты будешь делать, скалотряс? Ну, чё, ну что вот, что с тобой не так, а? Ты красный, ты должен по-зеленому наносить офигенную атаку, а он промахивается. Ну как вот это можно объяснить? Я не знаю. Этот там выпендривается. Неужели сардельку мне хотят уничтожить, а? А ведь они могут это сделать. Ну, да неужели?
Так, хорошо, уже какой-то плюсик у нас есть с тобой. Давай, наверное, мы вот этого будем с тобой бомбить. Громели. Будем с тобой уничтожать его. Этот, потому что, ну, не особо такой сильный, я так понимаю. Ага. Так, что ты там придумал? Хоть бы показал свою массовую атаку, чтобы знать, чего от тебя ожидать в дальнейшем. Ну-ка, давай его застанем. Ух, скалотрясик ты мой. Бумс. Шикарно. Опять уклонения пошли, а? С моей стороны уклонений в два раза или в три раза больше, чем у противника. Ты разве это не заметил? У меня одни промахи идут. Ну, добьем? Давай, наверное, вот так вот. Ну, хорошо. Первый бой вроде бы удачно у нас с тобой получился. Опять же, благодаря тому, что он не применял свои массовые вот эти вот атаки. Трех драконов победили и двигаемся с тобой дальше. Блин, нам всего лишь одного дракона нужно с тобой прокачать до 30 уровня, чтобы у нас дальше пошло какое-то развитие нашей деревни, деревни викингов. Мы с тобой сделаем зал совета, да, 7 уровня, или какого, 6. И пойдет потихоньку у нас с тобой строительство. Так, подожди-ка секунду, давай, наверное, начнем вот с него. Этот же огненный у нас, да, он бьет огненной струей, насколько я помню. Взялись за скалотряса. Ну ты посмотри. Трындец. Просто вот взяли. Три раза сходил каждый, да? И все, ребята. И уничтожили мне моего чемпиона. Я офигею. Убьют, конечно, скалотряса они уничтожат. Но такой возможности не упустят. Своей понижающей атакой. Как ты меня бесишь, а? Я не могу понять, почему у меня такого дракона до сих пор еще нету в копилке. Почему нету? Карточки на него есть, а саму... Зашибись, тут пониженная защита, тут пониженная атака. Ну что такое, блин? По два раза ходите, что ли? Вообще, что ли, оборзели? Так, давай с Арделькой мы с тобой так сделаем. Будем нафиг их разбирать. Трындец. Ну, ты посмотри, что творит, а. Ну, я не знаю, друзья мои. Давай, наверное, так сделаем. Только лишь вся надежда на него. Ну, я не знаю, успели мы его, конечно, тут... Смотри, сейчас у нас накопится здесь энергия, да, и все. Все, сардельку, как говорится, вообще сдуло. Ну, и этот сделает свой огненный... Воу. Хо-хо-хо. Ребята, мне не дают шанса ни одного просто сделать ход даже. Понимаешь, они друг за другом ходят, один за другим, и все. Я один раз за бой, да, например, делаю ход. Они по два. Я считаю, что это несправедливо. С какого перепуга у них такая инициатива? Объясни-ка мне, пожалуйста. С какого нафиг, а? Блин, у меня еще половины драконов нету, которые мне нужны вот для нормальной игры. Ужасное чудовище, 7-й разряд. Ну, куда вот его ставить, я не знаю, ребята. Пристиголов. Тоже сосунок. Где вот эти вот? Где вот, например, Криво-Крив? Где вот он? Почему его нет у меня? Костолом, например, не выпадает на него карточки. Он не развивается у меня, ты понимаешь? Громель-Защитник вот этот вот. Вот эти вот где все? Видишь, вот тут есть у меня все. Но почему-то в боях, вот он, погибели Хаферсона. Все есть. Но карточки нету, я не могу его взять. Почему? Хрен его знает. Грозокрыл, тут смотри, Ищейка. Тут очень много драконов. Парящий прихвостень. Но нет же, вот тебе что дали. Вот и, как говорится, довольствуйся этим. Ладно, давай еще немножко поменяем с тобой нашу постановку. Попробуем прежнюю взять. Не знаю, что из этого получится. Но раньше мы с тобой рулили. Только у нас здесь вместо водореза кто был? Ветрокрыл, да. Ну, а сейчас попробуем ты смотри. Он берет древоруба. И, как всегда, будет первым ходить, да? Ну, естественно, естественно. Давай, чё ж тут? Чё стесняться-то? Ходи первым. На постой. Ой, как бомбанул-то сильно, а? Ну-ка. Красные очень свирепые, ребята. Они очень много наносят урона. Но в то же время такие же ватные, а? Именно по защите. Особенно, когда...
когда у тебя еще и броню понижает. И когда вот так вот промахиваемся, просто великолепно. Да, потеряем, короче, с тобой сейчас нашего дракона. Но он быстрее потеряет своего. Отлично, хотя бы на равных будем. Ну что, этого, наверное, будем разбирать с тобой, да? А-тя-тя-тя-тя, уклонились. Давай, наверное, вот этого будем печатать. Хорошо. Двойной ударчик. Ну что ты там, что ты там? Тебе просто стрелять остается. Я думал, что этот баф сейчас сделает. Но ничего подобного. Есть контакт. Так, что мы можем с тобой здесь сделать? Просто бомбану. Хотел вначале сделать отражение урона. Но потом я так и понял, что он будет бомбить меня водореза. Все-таки взял, да, в прицел его. Теперь от него не отстанет, пока не уничтожит. Опа. А че же ты так резко переобулся-то, парень? Что тебе сардылька сделала? Ну вот это он зря, конечно, начал менять цели. Мы его тогда сейчас разберем. Мы его блокируем в плане того, что он не сможет применять заклинание. Никакого массового бафа он себе не повесит. Да. Команда вроде бы как работает. И мы двигаемся далее. Ну что, остается нам еще три дракона победить. Я думаю, что мы с тобой справимся. Кривоклык. Как-то его бы прокачать бы хорошенечко, да, еще на уровня 2. И цены, ох ты. А, ну такого мы видели. Но я не понял его потенциала, если честно. Что он там делает. Честно говоря, не особо хочу даже знать, что он делает. Начнем вот с этого, наверное, пристеголова. Так, что ты там? А, все, я вспомнил. Он у нас травит. Он типа ядовитый, да, хмырёныш. Ну, ладно. Так, пристеголов кого будет такой? Ну, естественно, естественно. Опа, смотри-ка, сейчас мы с тобой его разберем, по ходу дела. Нормуль. Так, ой, громылька, ё-моё, блин, нифига. Массовые атаки у обоих. Кого-то мы сейчас лишимся, наверное. Ну, естественно, в первую очередь мы с тобой лишимся нашего кривоклыка. Они его распи... Опа, ты видел, что сделал? Да ну хорош. Это что такое сейчас было, ты видел? Просто, просто массовые атаки. У одного кислотой, у другого огнем. Я не имею права его выпускать. Так, давай-ка мы вот так, наверное, сделаем с тобой. Понизим броню ему. Так, массовая атака. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут, как говорится, кто кого. Мне бы отражение, если честно. Он хильнулся. А мы с тобой сделаем вот так вот. Атакуй. Атакуй, соответственно, он будет сам себе наносить повреждения. Атакуй, атакуй меня. Давай массовым каким-нибудь там. Красава. И крышка тебе. Ух, друзья мои. Трех драконов нужно было бы победить, и мы с вами победили. Соответственно, получаем пак вождя. Ну вот. Пак. Древоруб. Громорог. Так, беззубик. И все. Блин, маловато, если честно. Очень мало. Я рассчитывал на большее. Так, что у нас тут? 10 рун. Получаем, конечно же. У нас, кстати, сколько нам нужно с тобой рун, чтобы открыть следующего? Ты не помнишь? Ага, 2000 рун. Ой, нам еще копить с тобой и копить. Долго придется. Кстати, я же вот здесь вот что-то, ребята, построить должен был. А, вот. Подожди. Подожди, у меня же где-то что-то готовое должно было быть, я же делал. На, все готово, теперь получите попрыгунчика в книге драконов. Ты серьезно? Ну и нафиг я это открывал, попрыгунчик стоит 14 тысяч. Да. Молодцы, конечно, оригинально. Так, вернись. Лети дальше за рыбой. Так, а ты что вот прохлаждаешься? Я не понимаю я этого. Стоит, прохлаждается. Летите, летите все за рыбой. Так, кого там мы прокачиваем с тобой? Древоруба, да? Нет.
Водорезом стали, да? Вроде бы. Ну, буквально, ребята, еще немножечко, да, и мы его прокачаем до 26 уровня. Всего лишь до 26 уровня. А нам еще надо будет качать его и качать. Так, лети. Разнокрыл. 16 уровень. Может быть, нам проще разнокрыло с тобой прокачивать, а? Он не так уж много рыбы требует. А, все, закончилось, да? Жаль. Очень-очень жаль. Что у нас тут на обмене предлагают? Ничего хорошего, да? Я смотрю. Завершить 50 тысяч рыбы. Нет, я не буду тратить. Нам, как говорится, руны самим нужны. Они очень тяжело, как говорится, выпадают. Да и копятся очень долго. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте, наверное, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!